Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive и битва за урожайный обед. Да, мы тем временем, кстати, ждем появления мамонта в этой игре. Как я и предполагал, у нас там картинка появилась, типа, что-то там буря, все дела, и там нарисован мамонт. Так, против нас тут ядрено шустрые и крутые, короче, птички. Процератомим мне нравится, он ядрено быстрый, и подмена обнуляющая, иммунитет, и опережающий удар, и двойной урон, короче, это крутая птица на самом деле. Так, Фараракс, есть, ну, двойной урон сквозь все. И, ну, никто из них не пробивает щиты, потому мы как бы делаем вот так. Но скорость у них у всех, да, большая. 130, 130. У меня есть у кого-то скорость больше? Мне хочется как-то жирненькими пойти, что ли. Давайте вот так пойдем. Я, кстати, качнул своему Диларахейрусу 25-й, по-моему, левел. Ну, ладно, после боя зайдем там, качнем кого-нибудь, посмотрим, на что у нас там хватает баллов. Давайте начнем с него. Так, Диларахейрус. Что он будет делать? Ускоряться? Хотя нет, блин, неправильно сделал. Первый бой надо было усиливать себя. Затупил, ребята. Еще и он взял и это все дело аннулировал. А теперь у него доступен уже ядреный удар. Ну, конечно же, сработал. Как могло быть, разве иначе? А он что, он типа супер удар вообще не хочет использовать? Вот тебе на двойной урон. Ну, по-моему, уже была моя очередь ходить. А, ну этому сейчас будет гаврику хана. Ага, и все мое усиление. А, нет, оно применилось, смотрите. Давайте снизим урон. А, у него иммунитет, наверное, на все или не на все? А, на все-таки. Так, ну, более быстрого существа у меня нет. К сожалению, да, после этой ребалансировки этих усилений. Ну, опять же, замедлить мы не сможем, просто двойной урон. Ага. О, вот это он выдает, вот это мощно. Я вообще затащу тут. Ардентис классный у нас, он побеждал прям троих, да, по-моему, в прошлой битве я там троих пробил. 30-х одним Ардентисом, по-моему. Блин, он сейчас будет мне двойной урон пробивать, ё-моё. Неправильно я сделал. А, нет, смотрите, он опять эту какую-то лабуду эту сделал. Ну, посмотрим. А уклонение с него не снялось. Ну, пробил. Смотрите, Ардентис так и тащит. Так и тащит. Вот это прикольно. Казалось бы, что все так плохо, да, идет Ардентис у хана сейчас. Но нет, смотрите, он взял и всех затащил. Вообще молодец. Так, давайте сейчас мы куда-нибудь зайдем, что-нибудь посмотрим. Я
Я еще не приступил к сбору. Тут как бы, кстати, ничего интересного нет. Ну, давайте соберем вот эту лабуду. Дали нам модификатор. Так, и давайте вот зайдем. Вот этого парня я качнул. Тридцать. Еще даже да, можно. Давайте еще качнем. Ничего себе, еще можем. Сколько у меня там было тысяч? 26, это мне, вот это мне где-то насыпало. Где-то насыпало их. Так, ну последний раз я не буду создавать тех ребят. Давайте сейчас заберем этот акционный приз, это он мешает, блин, ни черта не видно, эта вывеска. Так, давайте вот этих ребят я немножко поймал. Блин, ну 400 это много. Ну, еще один этот уровень мы качнем сейчас, я думаю. Да, хватит. Хватит нам клеток. ДНК, точнее. Команда потихонечку растет. Так, и сколько тысяч? Всего лишь 150. Так, с этим разобрались. Так, вот этих ребят мне не насыпали, к сожалению. О, тут чуток ирритаторов появилось. Так, что у нас с тобой? Так, а это Эрика Спикса я могу, да, немножко качнуть, а ну. Редких эрликов чуть-чуть насыпали мне. Кстати, их может попросить. Кстати, ребят, давайте в комментариях напишите, кто в каком клане находится. Какие там дела, напишите, а то я вообще сейчас в каких-то индусов, не знаю, где я в клане, в каком-то случайно куда-то попал. Так, ага, вот тут у нас маленькая загвоздочка, да, есть? Вот этих ребят не так уж много у меня, редких бариониксов. Ну, на 5 раз еще хватит, пол шкалы заполним. Спинонекс, молодец. Так, еще последний раз. Ну, неплохо. Давай, Эрлика Спикс. Качнем его тоже на один уровень. Ой, как медленно. А, все, закончилось. Блин, ну могло бы и хватить, конечно. Представляете себе, не хватило, блин, 15. Я думал-то в Эрликов упремся, нет, уперлись в этих ребят. Что там по Ардентису? Этих. Вообще, что так, это дефицит аргентинозавра у меня тут образовался. Так, ну, здесь я могу создавать, можно прокачивать.
Ладно, это я за... Это рутинная работа, и займусь ей попозже. Кицарион. Что у нас тут по Кицариону? А, Таня Калагреуса всех потратил. Так, ну, блин, и этих ребят днем с огнем нигде не сыщешь.